Обычный кариес может привести к заражению крови. Как не допустить развития флюса? Слабость, недомогание, может быть, бессонница. А кариес может быть заразен? Сегодня в программе «Секрет долголетия в одном продукте». Что поможет сердцу, мозгу и пищеварению? Это очень популярный продукт у долгожителей. Что там такое содержится полезного для нашего мозга? Нестабильная гипертония. Почему скачет давление? И что делать при стрессе? Приняли таблеточку, давление через 10 минут начинает спускаться, учащение сердцебиения. Это повышение артериального давления. Глаукома, катаракта или конъюнктивит. Какие заболевания скрываются за болью в глазу? Ощущение боли здесь, конечно же, переходит в глаза. При подъеме внутриглазного давления болит голова.